Приветствую вас. Анонс прямого эфира. Я хочу сегодня 21:00 по киевскому времени провести прямой эфир и поговорить про заработную плату в разных странах после вычета налогов. Есть такие данные, там ОБСЕ посуетилось, Евростат, ну и наши, конечно. Просто интересно. Вот предлагаю обсудить такую, ну, в общем-то, не новую тему. Итак, средняя заработная плата, понятно, официально в разных странах мира. В табличке, но после уплаты налогов. Просто интересно посмотреть, обговорить так, что всех желающих, кто интересует, а какая заработная плата в Буркина-Фасо, приходите. Поговорим. 21:00 по киевскому времени. Сегодня жду вас в прямом эфире.